Добрый день! Сегодня приготовлю роллы с огурцом и сыром. Для начала хорошо промываем рис. Заливаем водой и на небольшом огне без крышки доводим до кипения. Затем накрываем крышкой и варим 15 минут, убавляем огонь на минимум. После снимаем с огня, не снимая крышку. Даем настояться 10 минут. Готовим заправку. Смешиваем сахар, соль и рисовый уксус. Подогреваем смесь, чтобы она хорошо нагрелась, но не закипела. Растворяем в теплом уксусе всю соль и сахар. Кристаллов быть не должно. Рис готов. Пересыпаем его в миску. В горячий рис вливаем заправку и аккуратно все перемешиваем. Накрываем рис пленкой в контакт, чтобы он не подсыхал. Огурцы очищаем от кожуры и нарезаем тонкими полосками. Для суши нам понадобится сыр сливочный, огурец и листья нори. На лист нори выкладываем рис, так чтобы с одного края осталось место. Это нужно, чтобы лист хорошо склеился в ролл. Делаем воронку для начинки. Выкладываем сливочный сыр, несколько полосок огурца, плотно сворачиваем ролл. Край листа нори смазываем водой. Разрезаем ролл пополам, а потом еще на несколько частей. Подаем роллы с васаби, имбирем и соевым соусом. Приятного аппетита!